Я помню, что иногда мы брали кусок мыла. Мага, пропекать полигодил, пройти под чуга. И действительно травой мазали траву, чтобы она была скользкая, чтобы можно было играть. Я помню, что я приземлился в Донецком аэропорту. И когда вот открыли дверь самолета, я вышел, зима опять снег. Это было худшее в моей жизни. Я почувствовал боль в костях, прям, ну вот, ужасный холод. Я вообще не понимал, что там написано, аптека это, или это просто хлебный магазин. Я очень благодарен Богу за жизнь, которая у меня есть. CF5 — это также мой успех.